Новоганской области реализуется ряд перспективных проектов по техническому и технологическому перевооружению промышленных предприятий, задействованию новых производственных мощностей. В рамках задач, обозначенных руководителем страны по эффективному использованию имеющихся возможностей для повышения экономического потенциала региона, в нескольких районах возводятся предприятия по производству цемента, что, по словам экспертов, стало одним из важных шагов по пути развития строительной промышленности не только области, но и всей страны. Наманган. Разница между вчерашними и сегодняшними социально-экономическими показателями существенна. Каждый визит главы государства наполняет область новым содержанием, способствует разработке новых масштабных проектов. Так, сразу в 5 районах региона на стадии строительства крупные предприятия по производству цемента. На создание производства в Касансайском районе направлено 57 миллиардов сумов, в Папском – 231 миллиард. В Туркурганском районе 160 миллиардов 162 Чустком, а в Юнгикурганском 40 миллиардов. На торжественной церемонии закладки символического камня говорили о важности взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами, в частности, с компаниями из Поднебесной. Сегодня партнерство Узбекистана и Китая вышло на новый уровень. Один из примеров – совместная работа, проводимая в Наманганской области. В данный момент в регионе функционирует 35 китайских компаний, а сейчас мы стоим на пороге создания очередного СП. На данное предприятие по производству цемента будет завезено и установлено самое современное оборудование. Думаю, результат оправдает ожидания. В Янгикургане, где развито сельское хозяйство, пока не использован промышленный потенциал. Но сегодня время возможностей, и показатели демонстрируют рост. Способствовать ему будет и проект мощностью в 200 тысяч тонн и стоимостью 105 миллионов долларов. На основе этого проекта будет освоено около 90 миллионов долларов китайского капитала. Предприятие начнет работу во второй половине 2020 года. А в целом все эти строящиеся цементные заводы будут сдаваться в эксплуатацию в течение этого и следующего годов. В результате объемы экспорта цемента в доступной ценовой категории возрастет и будет создано около 10 тысяч.